Сегодня готовим очень вкусный завтрак. Нам понадобится всего лишь 2 яйца и 1 банан. Такой завтрак готовлю очень часто, когда очень мало времени. Он очень вкусный, очень полезный. Да и вообще люблю очень такие простые, вкусные завтраки. Банан очищаем. И режем на кусочки. Банан отправляем в миску и взбиваем все блендером. Бананово-яичная смесь готова. И в эту смесь не нужно добавлять ни соль, ни сахар, ничего. Отправляемся жарить. Отправил сковородку на плиту, добавляя буквально чуть-чуть подсолнечного масла. Начинаем жарить. С каждой стороны обжариваем примерно по минуте, полторы, в зависимости от огня. А сверху берем и поливаем сладким вкусным медом. Очень вкусный, очень нежный. Так что, друзья, готовьте обязательно. Если кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео.